Давай попробуем на спортивном автомобильчике проехать. Так, 4000 метров я проезжал. У нас в свое время на спортивном автомобиле. Ну, что-то я совсем уже на спортивном автомобиле редко езжу. А хотя он очень классный автомобиль. Да, разработчики скоро добавят еще пару новых автомобильчиков. И на них надо будет накопить деньги. Самое интересное. Которые денег у нас, в принципе, не так много. И чтобы накопить на новый автомобиль, мы еще не прокачали старый автомобильчик. Опа! Да. Сейчас продолжаем движение. О. Километр за километр наезжаем трассу. Кстати, а я нахожусь сейчас в команде. В команде. И поэтому команда называется... Я сейчас ее буду рекламировать, как бы, да? Ну ладно, прорекламирую команду. Если хотите, вступите в эту команду и будем играть вместе. А, к сожалению, я не владелец этой команды. Команда называется как-то так. Да, и мы в этой команде играем. И хорошо, я считаю, нормальники зарабатываем. Эти самые... Там хорошо накатываем и зарабатываем неплохо. Мы последний раз заработали 120 тысяч. Не знаю, много это или мало. Если вы в какой-то команде состоите и зарабатываете больше денег, то скажите мне. Проезжать нужно как минимум 100 километров за неделю. Ну и участвовать в командных событиях. Я обычно... Ну не сильно много я наезжаю километров, но 120 километров это как минимум и я проезжаю каждый день. Ну стараюсь побольше, конечно. Ну, есть такие индивидуумы, которые проезжают меньше. Например, проезжают всего лишь... Да вообще бывает не сколько. По нулям бывает, сидят, никто не ездит. А бывает там 5-10 километров. Ну, эти человек где-то половина команды. Другая половина команды все-таки наезжает много километров. Вот. У меня была, конечно же, и своя команда, но там был один только участник, то бишь я. А потом со временем туда еще один чувак ко мне добавился в команду. Ну, молодец, он ездил хорошо. Но как бы сам сундук мы максимально набирали где-то 60 тысяч. Это мало еще. Сейчас я в другой команде, и мы набираем по 120 тысяч, в 2 раза больше. Ну, как бы я подумал, что тяжело свою команду, конечно, распустить, правильно? И решил я пока что играть в чужой команде. Потому что мне деньги очень нужны, прокачивать машинки. Машинок у меня... Я все машинки открыл, да. И каждую машинку прокачать это очень дорого все стоит. Потом мне сейчас как бы невыгодно свою команду держать. Потому что там очень мало подписчиков. Если вы, ребята, бы подписывались бы получше на канал, и мы, конечно, может быть, создали бы свою команду. Как вы на это смотрите? Если вам все нравится, то пишите в комментариях, что нравится. Мы можем создать свою команду Duda Play. И будем там играть все вместе. А я, естественно, буду записывать ролики, где я играю вместе с вами. И вы поможете это все увидеть на моем канале. Было бы весело, было бы интересно, кстати. Да можно и в другие игры играть, если кто хочет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, чуть не разбили, смотри, бревно это, да? Это второе бревно уже тут. Так, ну а мы уже проехали почти 3 километра. Ну, получше хорошо. 3 километра проехать. А сейчас начнется школа. Я не знаю, кто как будет играть. Меньше будут люди играть или больше, наоборот. Вот это большой вопрос. Поэтому ничего сказать не могу. Так, а здесь все сложнее и сложнее нам заезжать, да?
Так, бензинчик, где находится? 30 метров, а вот он, бензинчик. Ой-о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 й
Ничик. Все-таки я хочу сделать рекорд побить. 800 метров до рекорда. Поедем, нет, не знаю. Будем стараться, конечно же. Вот такой вот машин. Потом можно будет еще тут сам танк взять. У меня и танк есть. Но он у меня слабо прокачан, правда. И далеко на танке я не еду. Поэтому. А денег нужно на танк тоже дофига вваливать. К сожалению, пока с танком все сложно. Так, 400 метров остается нам. Давай. Вот смотри, как медленно едем. Я не знаю. Заехать не смогли. Давай попробуем еще раз. Очень мощный такой заезд здесь. А, интересно, как я раньше заезжал сюда? Может, у меня другие гаджеты стояли здесь? Или что? Как? Я заехать сейчас не могу. Так, ну вот, и бензин закончился. Не, ну а как я раньше сюда заезжал? Опа, смотри, заехал. Заехал, к сожалению, и кончилось топливо. Так, денег мало совсем. Ну, давай попробуем багги для песка. Поедем. На багги я проезжал 5 километров. Ничего себе. Да. Не факт, что я проеду столько же. Много. О, нет, сейчас разобьемся на... А ну-ка, аккуратненько, аккуратненько. Разбились. Так, день гонок. Давайте поедем. Давайте прокачаем моторчик на раллином авто 64 тысячи. Есть. Все. Теперь я не сильно буду переживать. Я должен выигрывать с помощью своего раллийного авто. Не знаю, ребята, как вы считаете, но, блин, я его покачал. Тачку 60 тысяч монет. Это немало. Но нас опережает какой-то чувак. Блин, какой он быстрее. Почему я не могу выпилить? Давай. Ну и финиш у нас, как всегда, здесь очень близко находится. Не дают прям вот горки, и все, и сразу финиш. Хотя можно было бы немножечко дать фору проехать. Ох, я еще врезался, спасибо. Вот такой кусок горы. Офигеть! Я еще сейчас перевернусь. Ага, долго мы переворачивались, конечно, ну ладно. Я приезжаю только третьим сегодня. Так, а ну-ка давай. А, еще попыточка. Так, давай, идеальный старт. Попыточка номер 2. Нам нужно выиграть. Так, не будем пока переворачиваться, будем гнать со всех ног. Блин. Давай. Ё-моё. Мы должны приехать первыми. Но приехали третьими. А в итоге какое у нас? Второе место, тоже хорошо. Чуть-чуть все приехали. Пляжный кубок. Поехали на пляжном кубке. Покатаемся. Ух ты, какая девчушка, смотри, Викушка. А, Викушка, смотри, ничего себе, Викушка. Ничего себе, Викушка у нас тут едет. Ух ты, я первый еду. Ой, хорошо. Идем более-менее слабые соперники попались. Есть. Проехали первое место, заработали. Получили. Дальше. Идеальный старт. Продолжаем. Победоносное свое движение. Должно выиграть. Ой-ой-ой, чуть не разбились. Ё-моё. Смотри, чувак нас хочет догнать. Блин, у него это получится. Что-то как-то неустойчивая машинка моя стала. После прокачки двигателя. Прямо это чувствуется. Так, идеальный старт. Поехали.
Да, видишь, прокачали мы движок. И сама... само управление, естественно, надо сбалансировать прокачкой других каких-то моментов, колес, еще что-то. Да, мы так можем испортить свою машинку. Все, разбился нафиг в конце. Ну, первое место, это классно.